лесники выделяют дерево, которое они отбраковывают. Тут редкий случай, когда брак на пользу. Береза, яблоня, груша, древесина у этих пород тверже, служит дольше. Кедр мягче, но и податливей. Сухие ветки и сучки Андрей Толстов собирает повсюду. До обработки им лежать целый год. Мастерство как образ жизни, ложки как искусство. Андрей с детства не выпускал из рук топор и долото. Был неравнодушен к поделкам ручной работы, но нашел себя лишь недавно. Ножом ведешь в эту сторону и в эту. И получается уже одна сторона ложки. Переворачиваешь, опять же так, в эту сторону и в эту. По трафарету. То есть, когда люди делают много ложек, у них вот свои технологии. А у меня самая простая, как говорится, на коленке. По итогу действительно неповторимый стиль. Каждая ложка со своим изгибом и глубиной. Залакировать изделие готово. Расписные ложки, считает мастер, удел сувенирных лавок. Я делаю самые простые ложки, без узоров, без вырезов. У меня самая простая и самая, так скажем, утилитарная функция для ложек. За год Андрей Толстов стругает по 500 ложек. Их он продает или просто дарит. Говорит, интерес к его увлечению у земляков только растет. Мастер смеется. В 21 веке люди ценят деревянную ложку не за эстетичность, а за простоту и удобство. Анастасия Дороган, Евгений Андреев. Наши новости.